Медали от патриарха Московского и всея Руси Кирилла получили два предпринимателя из Ржакстинского района. Их силами в селе Каменка на территории Казанского храма была возведена колокольня. Олег Рожков встретился с одним из мужчин и узнал, каково это – совершить богоугодное дело. Сергей Фатьянов в храме – гость желанный и уважаемый. С его помощью на пустыре выросла колокольня. Сам Сергей Павлович скромничает, но чувствует – совершил богоугодный поступок, за что и принял в награду юбилейную медаль от патриарха Кирилла. Морально это отложилось и в душе, и в сердце. И сейчас вот каждое утро перед службой звонят колокола, чувствуя, что свое какое-то поднятие духа там. Все вот это, ну, чувствую, что это наше вложение, нашим усилием вот это все сделано для наших людей. По винтовой лестнице Сергей Фатьянов и иерей Алексей идут на самый верх колокольни. Мелодичные перезвоны колоколов теперь слышны по всему селу. Колокольня у нас высотой 28 метров. С этой точки видно все наше, весь наш населенный пункт, село Каменка. Обзор очень такой видный, хороший. На колокольне 7 разноголосых колоколов. В центре именной с инициалами Сергея Фатьянова и иерея Алексея. 3 года и больше 7 миллионов рублей ушло на строительство. Работы начались в июле 2014 года и проходили не всегда гладко. Только на залив котлована под фундамент пришлось потратить 80 кубов цемента. В 2014 году получилось выложить колокольню до первого, как мы поэтапно, первый этаж. В 2014 году мы построили вот до иконы. И строительство немножко у нас приостановилось. В 2015 году средств не хватило, возможности, год выдался немножко сложноватый. Тогда возникли проблемы с финансами, но уже в 2016 году стройка возобновилась и колокольня была завершена. Для поднятия купола и колоколов специально вызывали подъемный кран из Тамбова. Преображение церковной территории на этом не заканчивается. В скором времени здесь должна появиться воскресная школа. Олег Рожков, Илья Демин, Анна Мусатова, «Область новостей».